Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Начинаю я его с Максмара. По этим сумкам, я думаю, вы уже догадались. Классные модели, такие клатчи с замком под названием «Поцелуйчик». И это такой серебристый клатч, сумка. Очень классный модный цвет. Конечно же, Максмара — это про пальто, качественные, кашемировые. Здесь всегда есть шерсть, здесь хорошее качество и, конечно же, цена. Это новая коллекция, красивое белое пальто. И давайте посмотрим, сколько оно стоит. 869 евро. Да, такие цены в Максмара. И даже один свитерочек, одна юбка тоже стоит немало денег. Классное есть здесь пальто, вот такое еще темно-синее, оно более плотное, такое тяжелое, пуговицы тоже интересные, более оно морское, видите, и пуговицы, и цвет темно-синий, красивое пальто, в составе есть шерсть, мы видим значок на этикетке. И это свидетельствует о том, что здесь натуральная шерсть. Стоило это пальто 1000 евро, сейчас оно стоит 700 евро, и оно на скидке. Здесь есть и новая коллекция, и вещи со скидкой. Вот на манекене это платье из новой коллекции, но я бы не сказала, что это что-то такое вау. А вот это пальто мне понравилось. Если посмотреть издалека, можно подумать, что это такая гусиная лапка, но нет. Это клетка, черная, белая. И к этому пальто идет и костюм. Вот такая кофта с коротким рукавом. Тоже очень красивая, очень классический такой стиль. И юбка-карандаш. Тоже классная. Мне в основном это понравилось. Костюм и это пальто. И, кстати, пальто тоже стоит 869 евро. И это новая коллекция. Много синего цвета, вот такого голубого, морская волна, бирюзовый. И это не только в Максмара. Сейчас, если вы смотрели, может, где-то новую коллекцию от Zara, там тоже много такого синего цвета. И еще, если помните, я вам показывала испанский бренд Sphera, там тоже в новой коллекции много синего цвета. Несмотря на то, что Pantone, это институт цвета, назвал цветом 2024 такой персиково-розовый цвет. Несмотря на это, много синего цвета в коллекциях вот разных брендов. Еще мое внимание привлекло такие сумки от Zadig Voltaire. И, конечно же, хочу вам показать бренд Sphera. Малоизвестный испанский бренд, но здесь есть классные вещи, и, как я вам говорила, сейчас на них хорошие скидки. Эта блуза мне понравилась, даже раньше, видите, у нее и плечи такие, и сама модель похожа немного на те блузы, которые носили наши мамы, но это красиво смотрится, можно завязать и бант, можно оставить и так распущенным, как галстук. И цена приятная у этой блузы. Еще шубы есть, естественно, они не натуральные, но посмотрите, насколько они стильные, насколько красивые цвета, и более фиолетовый, и такой спокойный розово-фиолетовый цвет, лиловый. Очень классные шубейки, и цены тоже приятные. 50 евро, до этого она стоила 70 евро. Но, как вы знаете, и в Zara уже почти ничего не осталось, и там приятные цены со скидкой. И в Sphera тоже в конце, когда уже заканчиваются все скидки, цены очень приятные и очень низкие по сравнению с Massimo Dutti, у которого цены не такие уже низкие со скидкой. Мне еще понравилось вот это, даже не знаю, как ее назвать, но я знаю, что она модная и очень актуальная, серая такая кофта с капюшоном. Много еще блестяшек, маечек, которые остались от Нового года. Видите, цены какие, стоила 18 евро, сейчас она стоит где-то в районе
9 евро такая майка. Разные цвета, разные пайетки, разные модели. Есть и такая черная, стоила 36. Сейчас она стоит 16 евро, но это не хлопок. По-моему, это даже полиэстер. Но красивая майка, сделана спина, видите, как красиво. Жакетики в стиле Шанель. Тоже интересное, с люрексом, тоже такое новогоднее, праздничное. Есть разные, в черном и в белом цвете. Есть и потоньше, как просто кофта или такой свитерочек. Много интересных моделей сейчас с приятной скидкой. Юбка еще в таком модном серебре. Как вы видели, в Max Mara есть такая сумка. В Заре и не только были такие брюки, очень актуальные, а здесь у Сфера юбка, плиссировка. Она длинная и актуальный здесь серебряный такой цвет, серебро. Даже не цвет, а сам материал. Это уже показываю вам юбки и хочу также показать свои покупки. Первая покупка – это обычная кофта, испанский бренд Сфера, что я вам и показывала раньше, вот такие паутинки. Они сейчас модные, актуальные, и для меня они очень удобные, потому что на Майорке тепло, у меня свитера в основном 90% – это кашемир, и мне в них жарко. Это классная кофта с длинным рукавом. Я под нее одеваю майку в таком цвете тоже. Видите, это бежево-розовый. Я подеваю такую майку или просто бежевую. Классная. Купила ее на скидке. Стоила она 23 евро. Сейчас она стоит 11 евро. Да, она может вот так немного собираться кое-где, но это можно исправить. Мне она очень нравится, и мне в ней очень комфортно, и это самое главное. И еще одна распаковка. Как вы знаете, Испания славится своими кожаными изделиями, это туфли и, конечно же, сумки. Я взяла сумку. Мне нравится цвет. Была одна сумка в таком цвете, про которую я жалею, что не купила. Но, увы, такой модели больше нет. Этот был тоже испанский бренд, даже с Майорки, бренда Бачино. У меня есть одна сумка, но хотела еще одну. А это тоже испанский бренд. Это тоже кожа. Пахнет кожей, так приятно. Маленькая вроде бы, но очень вместительная, очень классная, открывается на кнопке, внутри подкладка это хлопок. Очень приятно, когда все из натуральных тканей, из натуральных материалов, кожа, хлопок, качественно все сделано. Ручка тоже очень приятная, очень красивая, оригинально сделана. Это кроссбади. Нет больше короткой ручки, чтобы можно было ее как-то нести по-другому. Нет, это кроссбади. Есть только одно но. Для меня я бы хотела, чтобы вот здесь сзади был бы кармашек или внутри, чтобы был карман. Это было бы удобнее, но, увы, его здесь нет, только одно отделение. Но ничего страшного. Мне нравится цвет, мне нравится ручка, мне нравится размер, мне нравится сама сумка. Это натуральная кожа, и мне она очень-очень понравилась. Пишите в комментариях, как вам. Мы увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!